Сегодня, 29 декабря, Колпашевская студия телевидения отмечает 25-летие. 29 декабря 1995 года телеканал получил лицензию на вещание. С тех пор телекомпания не прекращает регулярной трансляции. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил поздравления коллективу и зрителям колпашевской телекомпании ТВК. Уже четверть века ярко и интересно ТВК рассказывает жителям района о главных событиях страны, Томской области и муниципалитета, о людях с их непростыми судьбами и уникальными жизненными историями. Колпашевское телевидение остается одной из главных районных телекомпаний, которую областная власть всегда поддерживает. Профессионализм вашей команды не раз подтверждался победами в престижных конкурсах журналистского мастерства. Но главная оценка вашей работы – это, конечно, огромная популярность ТВК у колпашевцев. Сергей Жвачкин пожелал гендиректору и главному редактору Сергею Вихрову, а также коллективу телеканала приумножать доверие и любовь зрителей, крепкого здоровья, оптимизма, финансовой стабильности и новых творческих успехов.